компанией Tom Ford мы провели фотосессию весенне-летней коллекции 2015. Очень скоро она появится в ваших городах. Здесь, на берегу Тихого океана, в этом райском уголочке, мы провели целую неделю вместе с Tom Ford. Были очень интересные и веселые истории. Одна из них, допустим, вчера, когда мы снимали на берегу озера, мы обнаружили, что сзади меня плавал 3-метровый крокодил. Обнаружили мы это только тогда, когда уже отсняли материал. Поэтому мы были очень удивлены, что, оказывается, в Мексике целые крокодилы. Ну, хотя фотограф говорит, что они на фоточке не бросаются, да? Мексика – это потрясающе красивая страна с уникальной природой и очень колоритные, красивые пейзажи. Ну, я думаю, что очень скоро вы все можете увидеть в каталоге Tom Ford 2013. От себя хочу сказать, что очень приятно работать с хорошим коллективом, с профессионалами, молодыми, опытными и очень креативными людьми. Хочу по возможности поблагодарить компанию Tom Ford, что они пригласили меня еще раз в этом сезоне посотрудничать. Это действительно очень приятно, это новый опыт, это всегда интересно. А самое главное, что у нас очень-очень креативный, молодой, интересный, дружеский коллектив. Мы работаем для вас. Надеюсь, что вам понравится.